Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажу MPK Master для Minecraft Pocket Edition. Так, сейчас я сдам блузкий мир. Ну что ж, после установки так называемого данного мода, у нас появляется кирка. При нажатии на эту кирку у нас открывается меню, которым мы можем изменить день на ночь и ночь на день. Также можно перейти из креатива выживания и из выживания креатив. Но сейчас мы остановимся в Survival. Эта кнопка у нас изменяет погоду. Так сказать, делает нам дождик. Так, сейчас я прибавлю нам дождик, и наша погода как бы превратится в бурю. Небо почернеет, дождик усилится, и появится молния. Да, появится молния. Такой уже был Tom Items, но здесь есть тоже. Это у нас прибавление света. Кстати, давайте сейчас я включу маленькую яркость, убавлю, а то у меня очень получается яркая игра. Иногда это даже не очень нравится. Так, дальше у нас включение полета. Да, теперь мы можем взять режим выживания. Ну, вторая функция у нас чарование. Это маленько другой способ чарования. Отличается он от Tom Items. Tom Items был лучше. Но, наверное, это все знает, что Tom Items лучший читерский мод. Ну вот, у нас чарованная кирка на 100. К сожалению, не на все, на 100. Как мы могли сделать Tom Items. Здесь мы можем выбрать нам любой блок. Так сказать, дать себе любой блок. Даже любой спаун моба. Ну, это уже есть отдельный пункт для мобов. Где мы можем выбрать любого моба. Ну, к сожалению, здесь не все мобы. Да, только некоторые. Можем выбрать количество. И здесь мы можем выбрать себе текстур пак. Не знаю, почему у меня тут стоит кирка. Или это что-то там другое. Так, здесь мы можем создать телепорт. Давайте я вам покажу, как это работает. Создаем телепорт. Отходим. Так, мы поставим сначала метку. Это у нас будет доска. Уходим подальше. И нажимаем на телепорт, и мы телепортируемся. Все очень понятно. И последняя кнопка позволяет нам сделать скриншот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.